Cinci foști angajați ai societății pe acțiuni Fabrica de Zahăr Glodeni riscă să stea după gratii sau să achite o amendă de 13 milioane lei. Dosarul penal care li s-a intentat a demarat în urma învinuirilor aduse acestora de către administratorul societății în cauză. Astăzi, la 21 septembrie, cinci foști angajați ai societății pe acțiuni Fabrica de Zahăr Glodeni au participat la prima ședință în cadrul dosarului penal intentat pe numele acestora. Învinuirile au fost aduse de către administratorul societății, Laura Țurcan, care îi acuză de samovolnicie. Cu toate acestea, ședința judecății a fost amânată din cauza lipsei părții vătămate. Prezenți la ședința de judecată, cei cinci au declarat că vina lor a ținut doar de faptul că au cerut ce le aparține, salariile care nu le-au mai primit timp de 2 ani. În 2010 году, в октябре месяце, нам предъявили обвинение в том, что мы действовали самовольно и нанесли предприятию АО «Глодень Захар» материальный ущерб. Мы с этим, конечно же, не согласны, но вот сегодня первый день, где будут разбирать наше уголовное дело, которое передала Гладянская прокуратура в Гладянский суд. Кто вас обвинял? Обвиняет наш администратор. Претензии нам предъявили на очень большую сумму. Это около 13 миллионов. 12 миллионов – это Виктамакс, согласно незаконного договора купли-продажи сахара, который заключили администраторы. И это получается 12 миллионов пеня в пользу фирмы Виктамакс за неисполнение договора купли-продажи. А при чем здесь мы? А мы получается, что защищая свои права, не позволили вывести сахар. Была объявлена профсоюзная акция, митинг протеста, все было санкционировано, но мы защищали свои трудовые права, свои конституционные права, права работника, потому что с нами не рассчитались. Поэтому никаких преступных действий, никакого умысла в наших действиях нет. Пока стараемся держаться, чтобы не было таких эмоций, чтобы не сеять панику ни в своей душе, ни в душе коллег. Я думаю, что если даже придется обратиться как и ко всем работникам завода, чтобы они были свидетелями всего происходящего. Думаю, даже к жителям Гладян. Потому что, думаю, им не безразлично, что происходит на заводе и почему даже сейчас неизвестно, будет работать завод или нет. Нет никаких перечислений, поэтому наши гладяны не просто будут тихо умирать. Тем более, что не вся прибыль от работы предприятия идет в карман гладян. Это из-за того, что бухгалтерия или центральный офис МакДвеста находится в Сороке, значит, туда уходит и прибыль. Вам еще никто не платил зарплату с тех пор? Нет, нам никто не платил заработную плату, мы только расходуем, живем на пенсию родителей, которые делятся с нами. Menționăm că următoarea ședință de judecată va avea loc la 1 noiembrie. Diana Zaporojan, Mihai Moldovanu pentru știri.